Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. И вы видите прямо сейчас перед своими глазами гроб-бокс. Да, и это третья серия гробов-боксов. Я не знаю, правильно я говорю или нет, но это так, ребята. Но сегодня в этом гроб-боксе будет Рокки. Экзи, вы давно этого просили. Продолжение «Щенячий патруль» Экзи продолжается именно сейчас. Ставь лайки, больше лайков, чаще видео, но мы прямо сейчас откроем этот гроб-бокс, ребята. Я безумно волнуюсь, потому что я уже очень много разрезала живых игрушек, именно «Щенячий патруль» Экзи, ребята. Давайте вспомним, как это было. По-моему, я уже разрезала в первую очередь райдера Экзи. Это было очень стрёмно. Это видео есть уже на моем канале, и сейчас вы видите отрывки из этого видео. Да, ребята, это было самое криптовое видео, которое можно было только себе представить. Потом шел Маршал, а также Гонщик. Да, трое героев из мультика «Щенячий патруль». Только эти герои были злыми, Экзи, страшными. Они оживали, это были реально живые игрушки. Вместо их глаз были черные пуговицы, и они реально были жутко страшными. И сегодня мы откроем этот гроб, в котором, ребята, раз, два, три... находится Рокки Экзи. Посмотрите, это щенок. Он реально сразу очень страшный. Посмотрите, его глаза наполнены кровью, его рот и пуговицы. Эти странные черные пуговицы из потустороннего мира, они будто какие-то стрёмные, и они реально страшные, ребята. Особенно, если вы открываете гроб-бокс именно в дьявольский час. 3 часа ночи. Если ты новый подписчик и не знаешь, что такое дьявольский час, этот час наступает ровно в 3 часа ночи с 3 до 4 утра. Говорят, то есть существует поверье, то, что именно в этот час злые духи выходят на волю, и зеркала открывают свои тайные двери, из них выбираются злые духи, ребята. Это очень-очень страшно, поэтому я не советую вам в 3 часа ночи просыпаться, хотя, возможно, это просто миф. Для того, чтобы отпугнуть всех страшных духов, ребята, а также оживить игрушку, мы воспользуемся обрядом, который часто используют для оживления кукол Вуду. Смотрите, ребята, я уже заметила особенность у Рокки. Посмотрите, его передняя правая лапа пришита наоборот. Я не знаю, поймете вы или нет. Вот левая лапа Рокки, она пришита правильно. А правая лапа Рокки пришита наоборот. Я не знаю, видите, она торчит в другую сторону. Я не знаю, ошибка ли это менеджеров сайта Darknet, которые изготавливали эту игрушку, куклу Вуду, «Щенячий патруль» Рокки Экзи, или это так и задумано, мы с вами узнаем. Прямо сейчас мы проведем обряд, который поможет оживить эту игрушку, после чего мы ее разрежем. Смотрите, внутри Рокки Экзи очень много всяких мистических предметов. Мистические предметы позволяют игрушке на некоторое время ожить. То есть стать живой, то есть двигаться и делать то, что она хочет. Я немного расскажу о том, кто такой Рокки. Возможно, вы не знаете. Вообще, по мультику «Щенячий патруль» именно Рокки – это щенок-метис. То есть щенок неизвестной породы, смешанной породы. И он занимается чисто экологией. Что такое экология? То есть он собирает мусор, который кидают плохие прохожие. То есть, ребята, если вы, я надеюсь, что вы, когда едите конфеты какие-то, вы выбрасываете мусор в мусорницу, а не просто швыряете его на пол. Так вот, Рокки собирает тот мусор, который вы бросаете, и перерабатывает его, и использует заново. Например, он перерабатывает мусор и изготавливает из него пакеты или еще что-то. То есть он занимается тем, что он собирает мусор и его перерабатывает. Это эко-щенок, поэтому цвет его костюма, ребята, зеленый. Он обожает природу, и он хочет, чтобы природа не умерла. От чего умирает природа, ребята? От бесчисленного пластика, от этих бутылок, от этих пакетов и так далее. Поэтому сегодня мы посмотрим, что же у Рокки Экзи внутри.
Портал зеркальный отворись. В роки Экзи вселись. Портал зеркальный отворись. В роки Экзи вселись. Портал зеркальный отворись. В роки Экзи вселись. Слышишь это? Слышишь, как он скулит? Черт! Черт, его трясет! Я не понимаю, он скулит! Ты слышишь? Мне его жалко, ребят, мне его жалко! Тихо, тихо, тихо! Ш-ш-ш. Слушайте, походу этот щенок не поддается злу! Он настолько добрый, что он не может противостоять злу! Вы слышите этот скул? Я не знаю, как тебе помочь! Слушайте, ребята, мне кажется, самой огромной помощью в этом случае будет то, что просто вынуть всю гадость его с головы и не делать из него куклу Вуду. Слышите, как он скулит? Рокки, Рокки, тихо. Разбуши. Да. Давай я буду держать. Я спасу его, я помогу ему. Он не хочет быть злым. Наверняка торчит. Давай, тихо, тихо, тихо. Ребят, Рокки, наверное, самый добрый щенок из всего щенячьего патруля. Потому что даже злые пуговицы и злая Вуду магия не смогла подействовать на него, чтобы он стал злым. Он даже внутри боролся с этим злым духом и скулил. Вы слышали этот скул? Ребята, нужно срочно помочь Рокки. И нужно спасти его от этих мук. Сейчас я разрежу его и достану все то, что менеджеры сайта Darknet туда положили для того, чтобы он ожил, чтобы он стал злым. Но мы не допустим, мы освободим душу чистую и светлую, не дадим ей стать злой. Прости меня, Рокки, но это нужно. Но это нужно для того, чтобы он не стал злым. Итак, ребята, прямо сейчас мы должны вынуть все то, что положили, все эти мистические вещи, которые нужны для того, чтобы оживить Рокки Экзи. Черт. Что это? Это похоже на какую-то клеенку. Ну-ка, посмотри. Я что-то нащупала. Черт! Блин! Жесть! Блин, ему, наверное, больно. Я не знаю. В этих игрушках, в этих живых игрушках, ребята, постоянно находится какая-то жидкость, которая похожа на кровь. Ребята, это просто нереально. Что за фигня? Хорошо. Кто здесь? Кто здесь? Чё? Откуда она? Короче, ребята, я не буду это открывать. Я не знаю, что там, откуда взялась эта коробка. Ее здесь реально не было. Короче, давайте освободим Рокки. Скорее, прямо сейчас. Быстрее. Блин, откуда она появилась, Дим? Черт, смотри, смотри. А-а-а, шесть, Дима! Что это такое? Ребята, это походу человеческий глаз. Кто здесь? Господи, посмотрите. Это настоящий человеческий глаз, ребята. Слушай, у меня сейчас появилось кое-какое мнение, но я не знаю, правдивое оно или нет. Давай дальше, посмотри, что это. Это мишура. Это похоже на мишуру, посмотри. Слушай, это новогодняя мишура. Мишура, вот это что такое? Посмотри, это пакет. Посмотри, это... Это съеденный фантик от M&M's. Съеденный фантик от M&M's. Слушайте, походу, этот Рокки Экзи жрет мусор, который бросают люди. Но при чем здесь глаз? У меня существует догадка, то, что он сожрал человека, который кидал весь этот мусор. Он сначала собрал весь мусор, а потом съел этого человека, ребята. Если это действительно так, это просто жесть, ребята. Конечно, нельзя кидать мусор, но нельзя есть людей за это. Существует же какой-то закон специальный, который накажет этого человека, чтобы он не мусорил просто на улице. Что там еще? Посмотри, еще какой-то полиэтилен. Господи, черт. Это что такое? Это все какое-то новогоднее. Смотри, походу, возможно, это был ребенок.
Посмотри, от чего эта упаковка? Это свечи, бенгальские свечи. Слушай, это ребенок, наверное, какой-то. Смотри, мишура, бенгальские свечи, конфеты, мандемс. Глаз, слушай, вообще жесть. Посмотри, здесь что-то жесткое. Я не пойму, что это вот это вот. Не могу достать, погоди. Что это такое? Вот жесть. Очень мерзко выглядит, ребята, но походу это просто сверток скотча. Как этот скотч. Слушай, может быть, его друзья-щенки, которых мы еще не открыли. Скай. Подождите, кого мы еще не открыли? Крепыш. Скай Экзи, Крепыш Экзи. И еще Зум Экзи. Возможно, они ему помогают. Возможно, они как-то его предупредили, то, что мы его будем избавлять от этой Экзи-магии. Вуду-магии, ребят, я не знаю. Так, еще что? Нужно все вынуть, а в конце вырезать глаза. Ребята, нужно вынуть всю эту вату. Посмотрите, сколько мишуры. Черт. Черт, черт, черт. Смотри. Еще один глаз. Жесть, ребята, два глаза. Это два человеческих глаза. Ребята, они выглядят как настоящие. Это не может быть просто. Посмотри. Черт, 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 черт. Посмотри на них, даже венки. Господи. Глазами, я видела этих щенков. Я видела этих щенков. Я видела. Черт, посмотри, что торчит из его головы. Рука. Это рука. Это рука ребенка, это кости. Слушай, я не знаю, возможно, они настоящие. Короче, ладно, ребята, времени больше нет. Мы отрываем глаза. Раз. Мы отрываем второй глаз. Два. Мы лишаем вуду магии этого щенка. Ребята, это было что-то жестокое. Я реально, когда приложила глаза, видела других щенков. Скай, Рокки и еще... Подожди, Скай, Зума и Крепыш. По-моему, Гонщик. И Эверест еще. Эти четыре щенка, которых мы еще не покупали на сайте Darknet. А если тебе понравилось это видео, то давайте соберем на нем прямо сейчас 2000 лайков. И до новых встреч в новых видосах. С вами была я, Королева Мистики. Пока!